Ай, командная игра, ребята. Что поделать? Так. Пятерочка. Rush B. Mass. Rush B. Ну, команда Рогзена с четвером защищает Б, так что тут они более-менее угадали. Выход, Славки! Размен такой яркий, минус Ламинко, Колян, минус Женька, щитнес, щитнес, у спину убирает кровопоменом, не спалили, щитнес, зажим, убирай двоих! Колян, щитнес! То кого? Опа, в дым, вот как прицел у него драганулся, ты что такое, ты что творишь, пачку подобрал, щитнес услышал, ну что, уходит нас Колян, нас АА, щитнес, щитнес, пытается нашить Коляна, но Колян уже давно ушел нас на мид, уже никуда твой прострел не пройдет, так сказать. Щитнес остается у нас на планете Б. Скорее всего, он решил, подумал, что Колян надо сделать развод. Но, к сожалению, нет. Колян упорно ушел на А и поставил пачку. И Щитнес только что понял, что сгубил. Нужно было идти на А. Так. Щитнес. Через зелень будет приходить, скорее всего. Кто кого, ребята? Делаем ставки. Ставки. Щитность по ребрам. Буду спину выходить. Ну, Колян, в принципе, нормально такую позицию выбрал. Мне кажется, как раз. Ну, блин, решил засейвить на щитность. Вот так он на лоха поймать его Коляна, в хедшот поставить. Ну, раунд все-таки слил. Красава. Че сказать? 14-4 на счет. Тайм-фактор. Уверенно берут раунд за раунд. Еще два раунда к победе.